приморские детские летние лагеря, которые ранее вернули государству после незаконной приватизации, будут восстановлены. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяка по итогам рабочей встречи с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Провели встречу с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Сергеевичем Кравцовым. Проговорили вопросы, связанные с непосредственно восстановлением лагерей отдыха. Вот в этом году прокуратура нам возвращает порядка 6 лагерей, которые ранее незаконно были приватизированы. Соответственно, субъект на них составит необходимую проектно-сметную документацию по восстановлению. И по мере готовности документации будет выделять необходимое финансирование для того, чтобы лагеря возвращались в краевую или муниципальную собственность, с тем, чтобы они служили детям, с тем, чтобы дети летом могли полноценно отдыхать. Такую работу мы ведем, и Министерство просвещения Российской Федерации в этом вопросе нас поддерживает. Напомним, ранее суд во Владивостоке вернул в муниципальную собственность территории и имущество бывших пионерлагерей «Прометей», «Юный Приморец», «Изумруд» и «Лесная поляна». Решается вопрос с возвратом государству бывших лагерей «Нептун» и «Космос».